Куда мы идем дальше? Приглашаем бойцов весовой категории 77 килограммов. Боец представляет бойцовский клуб «Динамо». Встречайте, Адунбеков Асылбек. Приглашаем его оппонента, весовая категория 77 килограммов. Боец представляет бойцовский клуб «Айтуль Манас». Встречайте, Тойчубеков Мелисбек. Итак, дорогие дамы и господа, слева от меня, синий угол, боец представляет бойцовский клуб «Динамо». Боец является мастером спорта по боевому самбо и является мастером спорта по рукопашному бою. Тренируется под руководством Савединова Нурбека. Возраст бойца 28 лет, рост 1,80 м, вес 77 килограммов. Адылбеков Асылбек! Справа от меня, красный угол. Боец представляет бойцовский клуб «Айтуль Манас». Тренируется под руководством Саидова Руслана. Боец является мастером спорта по вольной борьбе. У бойца 3 победы, 0 поражений, 1 ничья. Возраст бойца 27 лет. Рост бойца 1,76 м. Весовая категория 77 килограммов. Встречайте, Тойчубеков Кана Мелисбек! Раз, два, алло.
Хорош, проход, тасыл. Хорош. Ну, болды, 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 болды
Дорогие дамы и господа, в этом бою во втором раунде 3 минуты 30 секунд в связи с отказом оппонента победу одержал боец Той Чувеков. Мед!